Ну, в такую погоду всегда тяжело играть. Жарко, но вышли, забили 2 гола. Не обязательно гол пропустили в конце первого тайма, поэтому появились некоторые трудности. Пропустили второй, но уже какую игру к ряду вытаскивали на последних минутах, так что все хорошо, победили. А как оценишь в целом игру команды сегодня, как в первом, так и во втором тайме? Под конец первого тайма было тяжело, как-то подсели. Ну, опять же, гол повлиял на это. В первом тайме хорошо, и в конец игры вы забили 2 гола. Все нормально. А с чем связано то, что вот Жодина отыграла 2 мяча? Это потеря концентрации, либо, может, ну, скорее всего, да. Типа, 2 гола – это самый опасный счет, когда 2-0. Расслабились, пропустили один. Ну, уже садимся к своим воротам, пытаемся сохранить счет, забивать второй. Последствия. А что тренер сказал в перерыве? Не расслабляться, типа забьем еще замены, если все сработает, жарко терпим, вот все получилось. Ну, во-первых, рад победе, тяжелой победе, хотя игра с самого начала давалась, забили 2 гола, но потом почему-то остановились, отдали инициативу сопернику, что ни в коем случае нельзя было делать, надо было продолжать также действовать как бы до 2 забитых голов, но получили в ответку 1 гол. Второй тайм то же самое, Жодин овладел инициативой, нам было тяжело найти свою игру, но рад, что в конце все-таки нашли все силы переломить игру и добиться такой тяжелой победы.